страной, где когда-то стоял Вифлеем. На востоке увидели волхвы звезду. В той стране родился Иисус Назарет, и запели все ангелы в райском саду. И младенец прильнул к материнской груди, и Мария слезу уронила украдкой. Трудный путь ожидает его впереди, а дитя безмятежно спал тихо и сладко. Что тебя, малыш, пока ты крепко спишь и с молоком святую впитываешь силу? Что ждет тебя, дитя, когда спасать придя, увидишь гнев толпы, что в душе грех пустила? На земле, где неведомы мир и покой, где твой храм оскверняют, святыни не чтут. Иисус мой, придется тебе нелегко, там царем иудейским тебя нарекут. А когда будет сколачивать крест с упоением, кто-то гвоздь отольет, но в далеком краю станут те, кто услышал твое откровение. Что ждет тебя, Иисус? Я плачу и молюсь, ты в этот час весь род людской, и сердцем, и душой, ведь ради нас он был распят и вновь воскрес. Той поры, то ли в радости, то ли в беде, имя Божьего Сына у всех на устах. С той поры не встречал я на свете нигде веры более святой, чем вера в Христа. И свет Его